Максим Романов был полноправным членом экипажа скоростного пассажирского судна в Ульяновске, правда, тогда еще совсем юным. Плавание брал отец. Его папа Александр Алексеевич в конце прошлого столетия занимал должность капитана и стал последним, кто управлял «Метеором-216», тем самым, что сейчас стоит в прибрежном парке. Поговорить с командиром теплохода, к сожалению, не удалось. 70-летний мужчина перед съемками разволновался, поднялось давление. Мы настаивать не стали. Воспоминаниями поделился сын. Метеор 216 у моего отца, то он второй метеор, потому что до 216 был первый, это 54-й метеор. То есть отец получил 216-й метеор, ездил за ним в Зеленодольск, это был 87-й год. Ну, то, что отец рассказывал, да всякое бывало, бывало и шторма очень хорошо попадал, и волны стекла выносило лобовые, вот, на самом салоне все было. И вообще на скоростном флоте, я вот по детству сколько помню, это на всех метеорах это веселые такие экипажи, профессиональные люди. Метеоры, созданные конструктором Ростиславом Алексеевым, выпускали в Зеленодольске. Их начали проектировать в 50-е. Через 10 лет стали выпускать серийные и поставляли за рубеж. Метеоры тех лет имели два V-образных цилиндровых двигателя, подобные устанавливали на военных катерах, за счет чего могли развивать скорость до 65 км в час. Корпус сделали из дюралюминия. В Ульяновске за все время по Волге ходили 5 трехзначных метеоров. 151-й, 180-й, 211-й, 216-й и 226-й. То есть сам по себе этот метеор в свое время создавался по техническим характеристикам, чтобы вот, ну как самолет, чтобы он летел. Летел над водой. Меньше было сопротивления воздушного, сопротивления водного. То есть 114 человек он вмещал. Из Ульяновска на метеоре можно было добраться до Нижнего Новгорода и Балакова. Основной же рейс – Ульяновск-Казань и Ульяновск-Сенгилей. В 8 утра теплоход выходил из нашей гавани, а уже в полдень прибывал в Татарстан. Переправлялись на теплоходе на подводных крыльях только днем. Ночью на них путешествовать было запрещено. Истории были только когда, насколько вот я помню, это я вот попадал, это когда к нам в Ульяновск приезжало много иностранцев, и мы возили их из Ульяновска в Казань. Вот, их было много количества при мне, это я помню шведов, индусов, корейцев. Да, с ними там интересно, конечно, походить. Вот, а если еще где-то в шторм попадешь, то там уж вообще интересно. Они хотели посмотреть Волгу, увидеть Волгу, какая она. Вот вам Волга, пожалуйста. Наряду с метеорами по Волге ходили другие скоростные пассажирские суда дальнего и местного значения – «Восход», «Ракета», «Ласточка», «Комета». Замены скоростным судам не было вплоть до нулевых, когда метеоры пришвартовали в речпорту, и теплоходы уже никогда не выходили в акваторию. Сейчас их у нас нет просто, и они не используются. В принципе, они сейчас ходят как бы в Санкт-Петербург, пожалуйста. Тоже метеоры. Там метеоры используются, метеоры ходят. А, да, в Казани. Почему? Вот в Казанце, Казанское пассажирское предприятие речное, они как бы поддержали сейчас этот скоростной флот, и у них ходят метеоры тоже до Болгарда, Тетюш. В 2019 году началось производство метеора нового поколения. Планируется, что на воду его спустят уже в 2021 году. Ульяновский метеор 216 – настоящий везунчик, ведь остальные его собратья уже давно утилизированы. А у этого теплохода на подводных крыльях начинается вторая жизнь. Кстати, вес такой махины около 45 тонн. Загнивающий в Ульяновском речном порту 216-й метеор хотели утилизировать это зимой. Однако нашлись герои, которые не дали теплоходу превратиться в груду ржавого металла. Это судно мы решили спасти, когда случайно узнали информацию, да, что вот есть суда в речпорту, и некоторые из них утилизируются. Несколько лет назад, да, мы приехали, посмотрели, это судно стояло целиковое, ну, в раздолбанном состоянии, но тем не менее оно подлежало восстановлению. И как бы появилась такая идея его восстановить и сделать некий такой памятник времен СССР. Долго идею транспортировки корабля из порта в Заволжский парк Прибрежный держали в секрете. Как говорится, чтобы не сглазить. Боялись, что сорвется сама операция по перевозке. Судно отбуксировали баржи к яхт-клубу в Заволжском районе. После перегрузили на автоплатформу, зафиксировав 45-тонную махину жгутами, и повезли уже ночью по суше. По пути срезали искусственные неровности, демонтировали светофоры. В этом процессе участвовали все. И Вавилин с правительства все это координировал. Получилось все, как вы видите, четко, да. Люди вечером легли спать, утром проснулись вчера, и метеор уже стоял, и никаких следов техники даже здесь не было, и район не разбудили, никто даже не понял, что произошло.
Теперь «Метеора» ждет реставрация. Корпус теплохода обновят. Правда, кардинальных перемен не будет. Добавят свежести и лоска. Оставят ту же цветовую гамму. С другой стороны судна построят причал. В итоге вся конструкция выльется в музей речного флота и детское кафе. С новым местом обитания 216-го уже ознакомилась и семья Романовых. Отец у меня обрадовался. Ну, конечно, слезу не пустил, но я во всяком случае увидел у отца в глазах то, что он рад был видеть этот «Метеор». Он там полез под «Метеор», потому что начал искать свои инициалы. Я с детьми тоже ездил, чтобы они тоже посмотрели, на чем у них дедушка работал. В будущем музей речного флота перерастет в музей времен Советского Союза. Кстати, внутри «Метеора-216» осталось крайнее расписание рейсов, датированное 1999 годом. Вот и первый экспонат музея. На «Метеоре», пожалуйста, в «Ундеры» заезжали, и это до Самары, до Казани можно в другую сторону проехать. Было комфортно? Хорошо. Комфортно, комфортно. А помните, сколько стоил билет так на тот нет, момент? Нет. Ну, вы знаете, я могла себе позволить. Могла, мы из компании уезжали, где-то могли остановиться, и совсем недорого ночь провести без палатки по Волге, на берегу Волги. На «Метеоре» не катались, да? Не... На «Метеоре» нет, я на «Ракете» и на «Комете». Ну, это одно и то же судно, только немного другая модификация. А помните, сколько тогда билет стоил? Ну, все было копейки в советское время, что вы. На «Комету», по-моему, может быть, 80 копеек. Как вам сейчас идея из того, что вот из него сделают музей, люди будут заходить? Как вам вообще такое? Ну, вообще мы рады, да? Что если это будет и детишкам это будет нравиться, они вот с удовольствием пошли посмотреть, что это такое. И то есть, если будет для детей музей, это будет очень хорошо и познавательно. Они же не знают этого. Всего с 1960 по 1999 годы было построено порядка 400 метеоров, а в Ульяновске теперь есть свой метеор-памятник. Рената Алиулова, Руслан Баталов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.